Хорошо. Здравствуйте, а вы могли бы рассказать, что здесь сейчас происходит? Где мы находимся? Происходит акция памяти Небесной Сотни за загибших людей, которые погибли на Майдане, отстаивая свое право на существование без воровской власти в Украине. Люди погибли, мы пришли сюда, чтобы помянуть их, так сказать, вспомнить их добрым словом, показать жителям Украины, что мы за них. Есть подсветка, видите, есть еще. Да на вас здесь, пожалуйста. Ну сейчас, я сниму. Ну, друзья, ну позвольте, я сначала... Вот эти сейчас люди готовятся снимать. На минуту, хотя бы задание или запись. Я параллельно... Что они сегодня стороны стоят? Где? А вы здесь только одна площадь. Если вот так делать, то делать. Там, там были песни русские. Я видео сейчас снимаю.